Здравствуйте, я очень рад здесь быть. Я столько много узнал и про авторскую песню, и про себя, и вообще про этот мир. Я хочу начать с песни, которая, в общем, практически про всех нас здесь собравшихся. Называется «Способ жить жизнь». Высоких в мониторах, или есть это возможно? Ding, 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 ding
тебе ту, что дарила любовь. Я хотел тебе сказать, я на краю. Проси все, что хочешь, за службу свою. Взглянула колдунья мне прямо в глаза, и вмиг поняла все, что я не сказал. И лишь молча кивнул, и посему искры костра полетели во тьму. Песенка с нового моего альбома. Альбом называется «Родина», а песенка называется «Запах земли». Смотрит в небо.
земли, запах земли после дождя. Судя по свету, скорее всего, это май. Судя по взгляду, скорее всего, это счастье. Плюс что-то еще.
Есть у меня время стишочек? Еще 3 минуты. Да, Вера, отлично. Так, гитару можно включить. Спасибо. Так. Я слушал за последние несколько дней много стихов. И захотел прочитать свои. Видимо, поэтому. Я так себе это объясняю. Значит, у меня просто... Это у меня такой повод, потому что недавно вот вышло новое издание книжки, которая называется «Питер прогулка» и другие стихотворения, она там есть. И там, собственно, вот эта поэмка «Питер прогулка» — это такие размышления персонажа, который гуляет по родному городу, и в голову ему лезут разные мысли. Например, вот такие. Это был особенно интересный текст 2005 года, интересно особенно было во время ковида, когда город опустел весной 2020-го, и ты вдруг оказался в цивилизации, созданной какими-то существами, но без самих этих существ. А я живу в таком довольно, там заводы какие-то, такой индустриальный такой райончик Петербурга, там какие-то теплотрассы, путепроводы, вот, и типа по этим конструкциям, когда никого нет, я вот вспомнил как раз вот этот текст. Хотя там герой гулял по центральным районам. А интересно, что было бы, если все жители города вдруг исчезли, а сам он остался? Вот что бы было? Допустим, всех наводнением смыло, потом вода постепенно спала, город стоит, а нас не стало. Вот что бы он почувствовал. Облегчение, свое особое предназначение. А вдруг не бессмертие, вдруг ненужность, так сказать, абсолютную петербуржность. Да нет, ему все равно был бы нужен некто. Без наблюдателя нет объекта, а сам за собой наблюдать он все же вряд ли способен. Я, кстати, тоже. Или представим, что этот город покинули снег и дожди, и холод, или он сам так будет вернее, на 1000 километров южнее перелетел, бац, без всяких санкций, мы все не русские, а испанцы. Невские или Невские, Нева или Нива. Черт, а мне нравится перспектива. Наша кожа станет другого оттенка, повсюду будут играть фламенко. И что там за крики со стадиона? Да там опять «Зенит» Барселона. Конечно, белых ночей не будет. И ветер с Ладоги нас не простудит. И вряд ли мы станем так же надсадно петь грустные песни. Но это ладно, зато будет мягкий, приятный климат, если нас там, конечно, нормально примут. Потому как столицы не любят гордых. И с Мадридом мы будем в таких же контрах, как и с Москвой. Ведь никто не знает, это климат на нрав на наш так влияет или наоборот. То бишь мы на климат. Не потому ли Питер задвинут десницей Божьей в такое место, где просто бессмысленно слово «сиеста»? Где должно быть пасмурно и прохладно, где должны мы песни орать надсадно, где зимой слякоть, а летом влажно. Чувство собственной влажности – это важно. Где фантазия делает адский выверт, пока душу она из поэта не вынет, она не иссякнет. Так сделал кто-то. Кругом асфальт, но под ним-то болото. Мы стоим на асфальте двумя ногами, но болото везде. И под, и над нами, в Питере. Мало тепла и света. Так вышло. Мы любим его из-за этого. Браво! Спасибо вам большое за ваше внимание. Я очень рад здесь. Здесь замечательная атмосфера. Это замечательная. Спасибо организаторам.